хорошую оценку для этого класса, очень хорошо. Явным лидером сегодняшнего ринга является номер 22. Это гармонично сложенная сука правильного формата, насыщенного подпала, выразительной головой, с умеренно темными глазами, с хорошими линиями верха и низа. Оставляет, желает лучшего длина крупа и длина плеча. Но, тем не менее, она показала хороший размашистый ход на всех аллюрах движений. На сегодня это явный лидер данного ринга. Этой собаке я могу пожелать только выйти в рабочий класс. В перспективе. Крупная сука, крепкая, с породной головой, чуть коротковатой шеей, с хорошей линией верха и низа, умеренной длиной плеча, умеренной длиной бедра, достаточной длиной крупа и правильными пропорциями груди. Показала нам стабильный ход, размашистые, хорошие движения. Спасибо. По трассам, да. Некрупная, выразительная сука, с светловатыми глазами, несколько рельефными ушами, которые недостаточно крепкие для собаки более 2 лет у окончания. Тем не менее, имеет хорошие линии верха и низа. Она имеет несколько излишне глубокую грудь и тенденцию к укорочению предплечий. Хорошие углы передних конечностей. К сожалению, недостаточно хороший угол коленного сустава, что явно видно при движении на шагу. Хотелось бы, чтобы нога сгибалась в этом коленном суставе, чтобы шаг был длиннее. Толчок был сильнее. За счет этого не смогла на сегодня занимать более близкие лидирующие позиции. Но тем не менее животное красивое. Лекса? Лекса. Крупная сука, крепкая, с породной головой, с светловатыми глазами, с недостаточно крепкими у основания ушами, что, в принципе, не очень является хорошим моментом для суки, особенно уже вышедшей в открытый класс. Имеет она достаточно высокую холку, небольшой перелом в области поясницы, достаточной длины, несколько излишне наклонный круг, умеренные углы передних, хорошие углы задних конечностей и правильные пропорции груди. В целом собака неплохая, конечно, бросается в глаза некорректное положение ушей, но боюсь, что с этим в возрасте его ничего не сделает. Самая взрослая собака в данном ринге – это некрупная серая сука, гармонично сложенная, хорошего формата, выразительной головой, корректным положением ушей. К сожалению, на сегодня она выглядит несколько загруженнее, чем ее предыдущие соперницы. Она имеет недостаточно высокую холку, несколько недостаточно крепкую спину, которая особенно видна в движении, и общее впечатление портит недостаточно корректное положение крупа. Он должен быть более прямолинеен, излишне скошенный круп. Но в целом животное гармонично сложенное, на высшую оценку. Thank you.